Всем привет, друзья! Вы на канале, мы в Америке. И сегодня мы отправимся вместе с вами в путешествие. Сегодня мы едем в другой город. Город Брайтон. Это около Денвера. Если вы знаете, в Америке проводятся аукционы контейнеров. И сегодня мы решили попытать удачу. Мы выиграли один сторож на аукционе. Посмотрим, что нам попадется. Либо кот в мешке, либо золотые горы. Итак, друзья, всем привет снова. Купили мы вот такой юнит, небольшой, 5 на 5. Вот что ждет нас внутри. Купил его, потому что увидел данный велосипед. Будем разбирать. Вперед. Итак, друзья, начал разбор. Что у нас здесь? Здесь велосипед Crossroads Specialized. Здесь второй велосипед Mongoose. Буду смотреть, что за модель. Вот что-то написано еще. Будем сейчас разбирать. Также колеса от этих велосипедов. Какие-то коробки, хлам, техника, принтер. Мешки. Сейчас я, наверное, все загружу в машину, привезу в гараж, там буду разбирать. Так будет удобнее снимать, потому что сегодня я приехал сюда один. Погнали. Итак, начинаю потихоньку вывозить. Здесь три колеса от велосипедов, коробка с строительным инструментом, провода удлинителей, здесь какие-то насосы, еще ничего не разбирал, хочу просто вывести все домой, там продолжить разбор. Здесь деревянная подставка для чего-то, два рюкзака, сумка, какой-то сувенир смешной. С этой стороны какая-то ваза большая, там техника, еще даже не смотрел, какая фирма, все надо будет смотреть. Здесь похоже на газонокосилку. Сейчас буду смотреть тоже, что Black Decker. Телевизор. Принтер Epson. Телевизор какой фирмы у нас? Insignia. Так. Здесь коробки, здесь мешок. Походу с одеждой. Да, там, скорее всего, одежда. Здесь еще пару бинов. Вижу тоже там какие-то инструменты. Коробки. Продолжаем вывозить. Дома будет подробный разбор. Так, пол машины уже загрузил. Еще велосипеды не тронуты. Достал телевизор. Тут сразу швейная машинка Brother. Что еще мне стало видно? Здесь какие-то провода. Опять запчасти для велосипеда. Темновато, здесь света нет. Здесь какие-то строительные перчатки. Тоже все для стройки. Бэтмен. Так, идем дальше. Итак, перевезли все в гараж. Начинаем разбор. То, что видно сразу, это два велосипеда. Сейчас все оценим, все покажем. Микроотверточки. О, диктофон. Диктофон продается. Sony. Значит, хорошо. Ручки. Ручки тоже продаются. Это причем какая-то кость. Причем с сапогом ручка. Какая ручка? Сапог нарисовал. Мне нравится, надо посмотреть. Это обычные ручки, ничего не стоят. Обычные. Так, что-то я разбираю, он все тяжелее и тяжелее становится. Где тут еще? Где? А, вот. Так, это что у нас? Набор первой помощи. Первая помощь, лейкопластырь. Старое все просроченное. На выброс. Коробочка какая-то. Тоже что-то курительное, по-моему, да? Угу. Это
Да, электронные сигареты, вот зарядка. Нас это тоже не интересует. Золотобриллианты опять. Губная кормушка Пикона. Роликсы? Ну, интересно. Роликсы? Надо посмотреть. Cool cam. Видеокамера. Прикольная. Ничего себе. Оставляем видеокамеру. Так, обувь. Обувь. Диск. Сертификат. Опа. Джордан. Джорданы стоят. Класс. Джорданы какие-то неплохо. Модель. Надо посмотреть, что за модель. Сколько они стоят. Так, переходим к следующей коробочке. Шляпа. Интересно. Так, это что у нас за чудо? Что-то интересное. Так, это какой-то робот. Ничего себе. Давай поставим. Может, попробуем включить. Ой, классный, давай. Он лежит. Так, у нас батарейки сели. Сейчас. Так, здесь еще пульт. Походу к нему. Сидеть? Лежать? Наверное, батарейки сели. Будем дрессировать. Блин, ну прикольно. Такой классный. Сколько такой стоит, интересно. Вот покажем вам обязательно, сколько такой робот стоит. Главное, пульт к нему еще есть. Вообще, мне нравится. Отправляется в бюро находок. Так, это что у нас? Так, что-то Samsung, Wi-Fi. Пока не готов сказать. Надо загуглить. Сейчас загуглю быстренько модель. Итак, нашли еще вот такой ресивер фирмы Pioneer. Посмотрели на eBay. Примерно цена $60-65. Так что попробуем продать. Так, нашли вот такую палку-копалку Black Decker. Тут посмотрели, что она вообще ни разу не юзанная. Все еще в картоночках. Даже ни разу скорость не переключалась. Бэушные. На eBay $70. Так что попробуем продать. Посмотрим, что у нас внутри. О, какой красивый цвет. Да, 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 да. Даже диск есть. Набор иголок, все документы. Походу, ей даже ни разу не попользовались. С педалькой, швейная машина фирмы Brother. Модель LX3817A. Еще запечатано. Продадим как open box на eBay в среднем такие $70. Итак, здесь набор ниток у нас. Нитки старые все. Сделаны в США. Вон цена 19 центов за один моточек. Посмотрим, стоят ли нитки чего-то в Америке. Интересно. Также тут у нас идет для бижутерии или для чего это, для рукоделия. Такие крестики, замочки, ключики. Красивые. Интересно, очень много крестики всего. Всякие. Да, не вот буду перемешивать. Швейные машинки. В общем, все красиво. Что-то перемешалось. Поехали дальше. Здесь у нас, походу, целый бин с рукоделием. Так. С какой стороны? Нет, здесь диски. Какие-то диски. Три диска. 50-е, 60-е. Да, хиты 50-х, 60-х. Одного диска нет. Два из трех. Посмотрим, может что-то стоит. Так, давайте дальше. Ого. Сколько дисков? Придется все переслушать. Звездные войны написано. Need memory. Записывал. Linkin Park. Грустный смайлик. Это я не знаю кто. Романтик пиано. Какой-то поезд весь проросший. Надо будет проверить все диски. Интересно просто.
Может, самому понравится послушать какую-то музыку. Rockspin, Sims, GT3000, Beechhoff, Tram, Dogs of Jupiter. Едем дальше. Ой, мама, сколько музыки. Так, надо все пересмотреть. Может, что-то интересное есть. Какие-то страшные. Vendetta, Scratty, Offsprings, Americana, какой-то робот, еще какой-то череп. В общем, музыки здесь хватит. Halifax, Nappy Roots. Так, едем дальше. Что-то пластиковое написано. Пластиковые карты какого-то мастера. Пинокли. Пластик карты. Может, какой-то дизайн. Так, вот что-то. Ой, мама. Ой, я испугалась. Какая-то голова. От кого-то отломана. Где? Где тело? Где-то потерял тело. Будем искать. Кости, игральные кости. Может, кости тоже что-то стоят, игральные. Посмотрим. Байсикл. Разные виды костей. Посмотрим, какие кости здесь. Угу. По-моему, кубики тоже здесь продаются. Не знаю, какие. Какой прикольный, красный. И еще такой есть один, да. Он прям острый по бокам. Надо было, может, не открывается? Папа! Так, а здесь патрон. Что это значит? Один патрон в стеклянной банке. Интересно. Какой-то спешл. Оружие. А вот, написано. Прочти инструкцию перед использованием. Опасно. Так что патрон в баночке посмотрим. Может, это какой-то сувенир. И кубики. Кубики Golden Gate казино. Казино. Кубики тоже все продаются, насколько знаю. Так, что-то еще одна осталась. Записная книжка была. Очень маленькая. Стало две половинки. Здесь месяца. Напоминалка, наверное. А здесь алфавит, чтобы не забыть. Так, пойдем дальше. Какой-то замочек с комбинацией. Угадаешь? 3, 2, 1, 6. Нет. Так, кепка 24, винтажная. Что написано? Гордон. Так, это что у нас? Соня говорит, Хэллоуин какой-то. Сейчас проверим. Ой, мама. Перья. Перья, куда-то пришивать перья. Еще непонятно что. Вставная челюсть, что ли? Мне показалось. Так, это... На Хэллоуин! Конфеты собирать. Ну, какое-то маленькое ведерко. Что-то он плачет, видишь, со мной? Грустный Бэтмен. В Гудвилл. Так. Посмотрим быстро. Сережки какие красивые. Это эти ловцы снов? Да. Кто-то что-то мастерил здесь. В общем, из проволочек какие-то. Красиво, подожди. Плоскогубчики очень много. Маленькие. Круглогубчики. Много очень лески. Это как раз Соня можно делать из этих штучек. Вот это. Из напора. Это тоже все отстегивается. Да. Ну, да. Леску я ставлю, конечно, для браслета, может, какие-то делать самим. Леска очень нужна. Так, все остальное здесь вам. Оставляем леску, оставляем плоскогубцы. И вот этот вот крючочек оставлю, наверное, это основной инструмент. Здесь он еще открывается и поднимается второй крючочек, интересно. Угу. Вы готовы к карнавалу? Маска карнавальная. Запечатанная. Так, скотч строительный, это тоже пригодится.
за лента, малярная лента, тоже все пригодится. Проволочка покрупнее, очень хорошо. Так. Так, с чего начать? Сколько бусин! Красивые. Здесь бумажки какие-то. Бусинки оставляем. Да, конечно. Для рукоделия. Свечи. Если электричество пропало, могут пригодиться. Еще и разноцветные. Угу. Скрепки нужная вещь очень. Скрепки нужны. Окей. Все, здесь спецназ. Отправляются веревочки, только можно, если для браслетиков. Нужно? Да. Вести? Да. Оставим. Все, ленточки эти все не надо, все. Правильно? Угу. Такую штучку нашли. Ступка с пестиком. Собачка нарисована какая-то немножко пухленькая. Ой, мама. А здесь целая коробка с удлинителями, тяжеленные удлинители. Так, удлинители это хорошо. Вот это, по-моему, еще лучше. Хорошо? Это уголки для полочек. Их тут целая коробка уголков. Прикольно. Можно будет сделать, как это правильно сказать, storage room. Да. Так, доводчик для двери. Посмотрим, есть ли он там на месте. Конечно же, его тут нет. Здесь есть дырокол. Дырокол мне очень нужен, кстати, для школы. Хорошо. Так, это какие-то раскладные штуки. И очень много для полок. Можно полок наделать. Так. Также не курить. Металлическое. Exit. Выход. Ой, там их много. Danger, do not enter. Металлические все, да, прикольно. А дома повесить. Куда ходить, куда не ходить, да? Ага. Тут также много. Exit. Наклеек. Ну, видно, что человек работал в строительной компании. Выходов очень много. Так. Не пользовались специальностью. Так, еще строительный скотч. Тоже все пригодится. Так, это что, 3/8. 3/8 гвозди? Это скобы, скобы, строительные скобы. Ну, мне не очень-то нужны. Очень много валиков. Валики для покраски. Это все нам пригодится. Так что я думаю, всю коробочку себе оставим вместе с балками. Это все нам пригодится. Итак, друзья, вот и закончился наш разбор нашего первого сториджа. Вот еще одна из находочек. Мы ее себе оставим. Это ваза из гипса. Сюда мы хотим посадить большой дендрарий. А также еще тут были мелкие находки, которые не вошли в видео. Ну, там примерно долларов 150-200. До встречи на канале. Всем удачи, здоровья. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Удачи, ребята.